Шейх-сестра мусульманка спрашивает: «Я выделила одну комнату для примерочной, и там же хочу сделать место для молитвы для клиенток. Дело в том, что раньше эта комната была туалетом. Я сняла дверь, умывальник, унитаз с корнями, сделала ремонт и превратила в небольшую комнату. Можно ли там молиться?» Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Если все тут убрано и превратил ее в комнату, почистили все, она является комнатой, и можно там молиться, в Аллаху алям.